Всем привет! Сегодня мы будем привязывать карабин к бэкапному фонарю. Что такое бэкапный фонарь? Я надеюсь, вы знаете, это запасной фонарь. И карабин, который привязан в данный момент, к нему мне не нравится. Карабин не очень удобный и, скорее всего, уже не очень надежный, много лет. Поэтому я его отрежу. И мы привяжем с вами новый карабин. Так как я плаваю в теплой воде, в основном все мои погружения происходят в достаточно теплой воде, я использую карабины вот с таким D-кольцом. Для меня это очень удобно. Палец легко проходит, так как я не использую толстых перчаток, то есть никаких проблем при работе с карабинами данного типа я не испытываю. Вот наш фонарик. Сейчас будем привязывать вот этот карабин. Итак, берем кусок линя от шпульки. На фонарике у нас есть вот такое вот отверстие для как раз крепления карабинчика. Петлю пропускаем сквозь это отверстие. Как обычно, обрезаем лишние концы, подплавляем. Вот мы привязали карабин к бэкапному фонарю. Такой узел долго не перетрется и не развяжется точно. Спасибо, друзья, что смотрите наш канал. В следующих видео мы вам покажем, как привязывать карабин к
к шлангу основного регулятора. До новых встреч!